Так, у нас там Найкса ловят. Ух, какая интрижка! Вы просто посмотрите на этот корабль. А что же будет дальше, вы увидите в самой игре. И кстати, ребят, эта игра... Знаете, кто в этой игре? В этой игре Бальтазар, Азик, Ягами, я. И просто разваливаем. В общем, не буду спойлерить. Приятного просмотра. Кстати, разваливаем мы Бальтазара. Нек, разобрали, печалька. Что ж, ну в общем, ребят, подъехала игра, не знаю... А, за нас электрик, вот это печалька. Бальтазар в игре, Ягами в игре, Азик в игре. Я хз. Это что-то какая-то жесткая тема. Жесткая тема. Попробуем сейчас поиграть. Я тебе отзвоню и уйду, если получится. Азик пойдет на центр, Бальта на спеке. Но спектра развалит, не знаю, у них пик тоже хороший, но спектра разваливается от зомбаря. Электрик тут тоже. Это значит будет орать. Ви все кончен бьюи. Блин, у нас пик тоже жесткий. Но там снайпер может закрыть. Накрыть, так сказать. Сигнатурно. Стою на хайграунде, даю вижен, чтобы Ягами смог сообразить в случае чего. Пойду встречать крипа. Две руны. Забрали. Чисто гроши забрали. Да. Встречаю крипов. Берем дикей. Так, зомбаря надо. Ну, звук нормальный по зомбарю. Нарубчик блочит у нас крипиев. Но безуспешно. Тут стоит зомби. Зомби встречает. Здесь все зомби тут. Все, крипы поехали. Драку. Началась битва. Началась битва. Берем орбу. Был бы крест, очень бы много надамажили, возможно, даже убили бы. Не получается у нас на руба загнобить. Сейчас руна будет. Попадает на рубстаном. Эх, и дохну все равно. Печалька. Даже Soul Reap вкачал, не помогло абсолютно. Ну, хотя бы сенты. Экспу он там не получил, в любом случае. ТП берем. Вовчик фармит. Все хорошо у него. Будем дальше гонять на руба. Главное максимально левела в нем добрать. Зомби идет. Я хочу сходить на руну. Монетка.
Хорошо. Монетка это хорошо. Так, ну запушится у нас сейчас линия. Давай подеремся. Кто кому навешает. Пойдет. Сейчас линия запушится, надо что-то сделать. Пойдем, значит, под Т-шку. Сейчас будет сапог. Экспы у меня нет, я всю экспу отдаю кору. Кора 4 левел, у меня 2, ну почти 3. Так, хорошо, что он блочит крипов тут, это прекрасно. Сейчас будем пытаться тут ластхитить. Эх, ну чуть-чуть не хватает. Есть томба. Первый левел, к сожалению, только. Добиваю. Ну, максимально без левела оставляем. Так, пойду на руну схожу. Там хаста уазика есть. Выйду на центр, наверное, соло. Просто развалили. Апну четвертый, уйду. Уйду на низ. Еще один крип. Один крип. Хорошо. Иду топ. Свен успеет пока до базы дойти. Фрикилы просто бегают. Просто фрикилы. Просто поставлю томбу. Сейчас. Пусть выходит. 6 тиков на некролайте есть. Там у аппарата ничего нет. Но мне главное дойти будет. Линия сейчас подпушится немного. Свенчик начнет. Поставлю томбу. Go. Ох, какая отличная томба. Просто прекрасная. Но я под Т-шку пойду. Под Т-шку пойду. Забирайте. Еще стан отлетает. Забирают пацаны там. Я отойду, подхилюсь. Даблкил просто. Чё-то походу тут сейчас мне лицо ломать будут. Все, я отошел. Я бы. Эх, силач. Блин, ну так умер глупо. Не думал, что он сразу выбежит там. Жаль, арканы лишил меня.
Возьмем стик. Посмотрим, что у меня там. Старом. Есть. Хорошо, взяли стик. ТПшечка. Хилочка. Цешечка. ПТР просто летает там. Ору. Ну там смерть. Там смерть будет там, в любом варианте. В любой вариации смерть там. Там в любой вариации смерть. В любой вариации смерть. Свена нету маны, не знаю какой смысл, что я сейчас туда иду. Там фейзы. Вейс фейзов, конечно, такое себе. Так, ну Найкс фри фармит. Неруб там тоже фри. За левел надо. Левел надо, опс. Некор на низ ушел. Спектра гоняет крипов лесных. Кто тут у нас? БТР. На руну. А, не за, он просто за азиком. Руб шел. Завардим сейчас. Сейчас завардим. Жаль, нету опс. Сентри. Блин, печалька. Аркан нету, ничего нету. Найкс медас взял. А мне надо 7-й левел и драться. Драться, драться, драться. Так вот сделаем. Возьмем ТПшечку. Линию сильно пушить не будем, наоборот, отталкиваем линию. Мы не бьем беспорядочно крипов, мы просто их ластхитим. Все, приходит у нас кор на линию. Сентричок стоит. Ну, да. Там ГГ. Так, ну пойду стакну тогда. Пусть он руну что-то ждет. Седьмой левел хочу, нужна томба, ребят. Нужно постоять, почайковать еще. Так, что там, хоста? А, ну значит сейчас монетку заберу. Поехали. Все, гоу. Томба в четверочку. Томба в четверочку. Поехали сюда. Туда, в наглую просто. Ну, смока закончились просто. Смока просто закончились. Стоять, бить крипов. Так, у нас там Найкса ловят.
Ой-ой-ой. Во! Ни шагу назад. Свен, давай, души. А Свен без маны. Ну добьет он. Пацана. Хз такое. Файт вроде хороший, а толку не было. Никто не убил на кор 001 у нас. Ягами. Ох уж этот Ягами. Ну, будет плохо. Сейчас просто там ребята приоденутся, будет очень плохо. Будет очень плохо. Кто ТП-шится? Кука. Всех забрали. Томбу не жалеем. Хочу очень вот этих крипов забрать. Мне хотя бы аркану сделать. БТР там снайпа поймал. Балт. Понимаю. Там за Азиком выходят просто по расписанию. На все движи. Хейтеры. Все, отлично. Есть аркана. Опсы нужны. Пойду на низ. Интересно, тут забрали стаки? Так, проверочная. Нет, стаки тут не забрали. Стакнем еще раз. 3x. О, Неруб тут. Неруб, блин. Так, гоняют у нас там спектру под Маднесом. ХЗ, я очень далеко. Ману, аркану пока не жму. Go. Вот так вот возьмем. И go. Давай, давай, ману залью. Давай, работай. Хорош. Ягами. Топ же Ягами. Поставили варники. Погнали. Чисто водоносами работаем сегодня. Паратуса. Не могу крипа добить. Так, ну почти 10 левел, это прекрасно.
threatening me? Есть. Пойду заваржу. Ульт аппарат еще один летит. Так. Снимают на миди-центре. Гоу. Мы тут задушим сейчас под тавером их всех. У нас кунка, у нас, боже, у нас томба кунка, это просто имба. Ой-ой-ой, ультапарат еще. Воу, ВТФ. Не получилось Just a by the Min сделать. Я под Т-шку не побегу в наглую. На Рипера меня сейчас посадят. Ну, главное, томба стоит. Томба стоит, убивайте. Там Вовчик чисто это. Оплюхи получает. Ну ладно, ничего страшного. Сидит чилит, ему, наверное, там донатят Ягамича, он сидит чилит просто. Сидит в БТРе чилит. Не знаю, предлагаю, блин, не знаю, мне тут что нужно будет. Пайп, худ, я не знаю, слишком, слишком жестко, что-то душат. Я все равно достал. Опасно так стоять в лоу-граунде. Так, ну мид-тавер упадет сейчас, я не пойду туда, слишком опасно. Ката добьет, а они добили все же. Ставим вот такой сентрячок. Деф. Ага, вард. Надо будет разбить. Вместе надо. Вместе. Все, есть. Ягами успевает нажать кнопку, а все равно дыхает. И вот пишет этот Ягами. Боже, как же там больно, пацанам. Спектру убил. ГГ. Сюда отправим курочку. Хорошо. Our warriors
по-детски есть. Ох уж эта игра. Go, файты. Это нам сейчас таверна тут будет. Жесть, это просто жесть. Жесть. Там, конечно, парад душит. Но аппарат там одной ультой сколько делает, надо пайп. Делать. Добить. Найс, добиваем. Еще добить. Еще добить. Не добил? Не добил. Ладно, все, уходим. На базу. На базу. Там по зомбарями поговорят. Я пойду на базу схожу. 60 секунд, минута, ничего страшного. 26 уже откатится, пока дойду до базы. Пока сделаю ТП. Продам орбу уже. Все, я готов. Я готов. Зомбики по 30 хп душат. ТП. Пыхнемся на низ. Так. Что имеем? Что у нас, кстати, по ассистам и киллам? 18 ассистов, нормально. Топ-ассистер. Ну, это зомби. Зомби ставит томбу, по сути, и все там. Земля пухом. Монет. Вот так вот сделаем. Есть худ. Так, ну найс. Пуха летит. Пайп зашел, засейвил жопу кору. Не знаю, как мы будем заходить. Аппарат летит. Да. Там нырубчик пробежал. Вот сюда, го. Сюда, под центрячок. Все, выхилил.
Не успеваю поставить томбу, форсует меня в драку. Кто меня форсанул? Меня, походу, Азик форсанул. Ну, я сам подставился, виноват. Найксу сейчас лицо сломает. Да, Найкс лицо сломает. Свену надо врываться. Ой-ой-ой, не знаю, зачем он так сделал сейчас. Там Аегис. Хз. Там Аегис. Ну, надо драться, не знаю, какой смысл тут уходить. Чувствую видос Азы. Так, ну есть синтрички, опсы. Сакрет там же есть. Блин, а возможно мы даже и проиграем. Там сакрет. Рук тут. Будем дефить, нет? Походу дефить не будем. Надо было стакнуть, пока чекал. 19 ассистов. Я пока заваржу. Хз, блин. Надо завардить как-то так, чтобы... Но у нас last ops. Так, БТР пошел чекать с гемом. Это хороший девардинг будет. Тут он снимет. Ну тут центрик один. Один центрик. Ага, вот он опс. Нашли опс. Хорошо. Центре не буду тратить. БКБ сейчас купит парень уже. Мы беспалевно поставили обсерв. О, вот он. Обстик. Радик спектра. Так, найс, у Свена есть БКБ, есть... Ну, сейчас будем заходить. Сейчас будем заходить. Жаль, что нету у меня смока... А, смоков вообще нету. Смока в КД. Смока в КД. Дал худ. Пайпович. Найс, Свен, отлично. Зашел. Просто делается минус 3. Просто быстренько зашли. Нормально, сносим ХГ. Прекрасно просто. Свена буду хилить по колдауну. Отлично просто. Все, гоу туда. ТР с гемом можно было и сентри не брать. Ой, я потанчу.
Почти томба есть. Почти есть худ. Некр. Ой, ГГ. Это ГГ. Это ГГ, ребятки. ГГ делал все, что мог. Я Б пойду. Нет, у меня 22 ассиста. Пайпуха. Уходим. Все, я Б. Вот так вот набирает оборот. Что у нас? Ну, БТР много очень. У Найкса тоже хорошо. Но я считаю, что отсаппортил нормально. Более чем. Свен там сам выфармливал. Нормально. Кажется, нормально. Зашло. Так, начинается у нас тут драка. БТР нажимает у нас БКБ. Найкс пытается загрызть у нас. Но проживаются карапасы. Заканчивается БКБ. Ха. Так, ну пока пассивника. БМ некро прожимает. Хочет запилить, наверное, БТР, у которого там еще 1500 хп. Чё-то сам не сдох. Так, тем самым временем Свенчик у нас на низу. Дирги на базе. Дирги делает ТП-шку. Свен иллюзии пушат просто. У Найкса нету никакого блинка. Но он пользуется БТРами. Пользуется услугами БТРа. Просто запрыгает в него и... Начинаем с 15 сек. Гоу. Гоу с ча. БТР летит у нас. У него КД. Не знаю, почему он летит. Просто покошмарить хочет или... Да, хочет покошмарить просто. Сделаем вот так вот. Ставим томбу на рампу, чтобы хоть как-то замедлить. Ой, стан по двоим просто. Прекрасно. Это будет очень страшный даблкил. Я одного крипа застилил. Крипа пойдет. Но снайперу тоже жить не дадим. Вот эра должен быть уже какой-нибудь. Ага, ну там все, ГГВП. Просто задушили. Просто задушили пацанов. 36 минуточка. Нормально. Все, ГГ. Победили, изи катка. Засаппортил. Пацанам засаппортили с кункой. Более чем хорошо. 5-5. 26, азик 17-10 имеет. 254 поинта. ХЗ. Было бы за что. Ну, такая каточка вышла, ребят.